Вы также знаете некоторых российских знаменитостей. Например, вы были знакомы с Муслимом Магомаевым, когда он еще был жив. О да, Муслим Магомаев. Я даже слышал, что вы делали свою фирменную пасту для него, сами готовили. Прекрасный человек. Великолепный друг. Всегда такой отзывчивый и открытый. Мне нравился этот человек. Он был так добр ко мне, так дружелюбен. Я храню воспоминания о нем в своем сердце. Я был в Азербайджане, на его могиле. Там стоит памятник ему, приблизительно такой. И он там, будто живой, выступает со сцены. Я сказал ему: «Привет, Муслим!» И поцеловал его, как живого человека. А как насчет памятника сеньору Лоретти? В вашу честь уже есть памятники? Нет. И я не хочу себе памятник на могилу. Хочу простую надпись. Здесь покоится Робертино Лоретти. Зато я буду погребенным на участке под названием «Ангелы Девы Марии». Да будет так. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Forse non ci usano più.
Там кто-то говорит, нет? Да. А, ты говоришь. Отлично. Отлично. Хвалит. Браво. Все в одном месте. Music, pop music.
dolci baci. Io non sono opera però. Muslim. Charlie. Muslim. Sono note che nella musica leggera non si prendono mai. Fa, soli, sol diesis, massimo.